Так, в Омской области есть такой город Тара. Я там начинал служить еще в 79 году. Был потом храм там строил в этом городе. Город небольшой, этот старинный город. Мне показали ролик один. Значит, был пожар у батюшки, сгорел дом, все постройки, машина, то есть все, что было, спаслись только сами. Сегодня много таких, что там, ну, бывает, чтобы собрать что-то. Я обзвонил всех, я позвонил знакомым, которые в Омске были у меня, батюшки, которых хорошо знают, друзья. Вот, и все подтвердили, да, это так. Отец Михаил. Вот. Поэтому я прошу, если есть у кого возможность и желание помочь, давайте немножко соберем, пошлем. Представьте себе, что вы сидимся, а вы придете, ничего нет. Пожары, я пожар терпел, знаю, что это такое. Когда храм сгорел в Тюкале дотла, а все стены кирпичные остались. И дома был пожар, и в деревне у нас был пожар, приходилось тушить. Вот, поэтому... Завтра сдаем, да? Да, давайте все завтра. Делаем. Я сегодня объявляю, но что там не будет. Я напишу в группе. Значит, если нет, ты, Таня, Надя, значит, ты собери. Угу. Я тебе позвоню, дам номер телефона. Я уже созвонился. Номер телефона у него привязан к карточке. Значит, для перевода. Да, и фамилию его я скажу тогда тебе. И тогда соберешь сколько, и сразу отправишь. Угу. Завтра еще объявите, и люди, кто будет еще, может быть. Да. Вот, может, до того воскресенья даже. Неделю пособираем, да? Да, неделю, да. Два выходных. Да. Угу. Ну, вот так, все. Хорошо. Значит, так. Вот. Отец Михаил. Да? Отец город Михаил. Тара. Город Тара.